Кировске начались съемки проекта Первого канала «Играй гармонь». Процессом руководят Анастасия и Захар Заволокины. Репортаж с места событий прямо сейчас. А программу «Играй гармонь» смотрите? Смотрю всегда. Всегда смотрю? Я сам гармонист. Слушания проходили уже? Проходили. Что исполняли и как? Взяли? Взяли. Исполняли русскую народную песню «Запрягай-ка, батька, лошадь». Сказали, что берем, только нужно переодеть костюм. Вот уже успели домой съездить, шубы одеться. Красотой неповторимый снег с алмазами зимой. Кировск в сказочных хибинах, городок любимый мой. Прям отпустили со службы на съемки программы? Благодаря моим командирам. Мечта была? Конечно, конечно. Как давно играете? 9 лет. А в армии как-то пригодились эти навыки? Конечно. Что делаете? Выступаю на сцене тоже. Шарики, реке, широкая лодка с парусом плывет. У мальчишек нос курносый, он до неба достает. Ребята вообще легко все воспринимают. Это я больше волновалась, чем они. Поэтому дети все воспринимают легко и просто. Для них это просто как игра. Апреля в 19 и 21 апреля в 15 часов во Дворце культуры при поддержке компании «Фосагро» пройдут концерты ансамбля «Частушка» с участием Анастасии и Захара Заволокиных.